В 2 часа ночи в салоне связи на ГЭСе сработала сигнализация. По прибытию оперативники обнаружили, что кто-то разбил стеклянную дверь и украл товар. Воришек содержали быстро, ими оказались 13-летние мальчишки. Юные злоумышленники украли 15 сотовых телефонов стоимостью от 10 до 25 тысяч рублей. Затем они их за бесценок продали прохожим. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Воры, несмотря на свой возраст, уже были известны в полиции своими проделками. Данных несовершеннолетних мы знаем. Они периодически у нас совершали правонарушения, преступления. В отношении их не было возбуждено уголовное дело, так как они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Однако безнаказанно они не остались. Один из них, Алтынбаев, решением суда был направлен в специализированное учебное заведение закрытого типа на 3 года. Готовятся документы на отправку в спецучреждение и на другого участника преступления. Лилия Денисова, Василий Киселев. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.